Карл Фриерсон – известный американский джазмен, солист группы The Fuzz. Он уже давно влюбил в себя поклонников этого стиля по всему миру. А сегодня порадует и сочинскую публику. В интервью нашему каналу Карл Фриерсон рассказал о прошедшем европейском туре, любви к еде, в том числе русской кухне, и поделился планами на отдых в Сочи. Мы гастролировали везде, по всему миру и впервые с группой The Fuzz по Германии. Туром мы остались очень довольны. А еще у меня вышел новый сольный альбом под названием Cooking Cup Soul. Я очень люблю готовить, и в этом альбоме я сочетаю эту любовь к приготовлению пищи и к музыке. I cook a few Russian things at home. I cook shuba, I cook solyanka, I cook borscht. Что касается русской кухни, я умею готовить шубу, солянку и борщ. Когда я готовлю борщ дома, его называют восхитительным. А еще мне понравились местные морские деликатесы в городе Сочи. Вообще, я бы хотел вернуться сюда в качестве туриста, отдохнуть и насладиться солнцем или устроить себе здесь гастротур. Ну а сегодня вечером хочу, чтобы зрители насладились джазом. Мы сыграем мои хиты. А еще я исполню несколько каверов в своем «Карлуша стайл». Своих зрителей Карл Фриерсон ждет в ресторане «Барселоньета» в 9 вечера. Вход свободный. Добавлю, что Карл Фриерсон из Сочи отправится в Краснодар, где выступит в качестве члена жюри международного вокального фестиваля городов-побратимов Краснодара «Имя», который направлен на поддержку молодых исполнителей.